Сотрудники уголовного розыска республиканского МВД задержали мужчину, который подозревается в серии автоугонов. Ранее судимый 30-летний житель Чамсинского района в одном из эпизодов решил добраться на чужой машине в столицу региона. Первое преступление было совершено 8 февраля текущего года. Тогда в МО МВД России Чамсинский поступило сообщение местного жителя о том, что ночью неизвестный совершил угон его автомобиля. ВАЗ-14 модели исчез с парковки дома в поселке Комсомольский. В салон машины угонщик проник через багажник. Однако доехать до пункта назначения не смог. Водитель не учел погодные условия. На заснеженной трассе в Чамсинском районе он не справился с управлением и совершил ДТП. Бросив машину на проезжей части, сельчанин на попутках добрался домой. Позже «Ладу» обнаружили сотрудники местной госавтоинспекции. Через несколько недель, в марте, уже в Саранске, злоумышленник совершил еще 2 угона машин отечественного производства. В ночное время, находясь на улице Солнечной, он увидел припаркованный ВАЗ. Проехав несколько метров, машина заглохла, и подозреваемый отправился к соседнему дому, откуда угнал еще один автомобиль. Провернув личинку замка, угонщик проник в салон, замкнул провода и поехал кататься. Но через несколько километров машина заглохла, и ее пришлось бросить. Спустя 2 месяца оперативники вышли на след злоумышленника. Он признал вину. Угонщика заключили под стражу. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в регионе. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».